Вот такой шикарный вид здесь. Вы, к сожалению, этого не сможете увидеть в полной мере и ощутить то, что я вижу, то, что я слышу. Но хотя бы что-то. Ну, а мы на крыше бюджетного отеля с шикарными видами во все стороны. Ой, кроме самой крыши. Вот, смотрите, 2 марта 2018 года. Пляж Патонг, а вот башня Патонг. С очень большим сожалением когда-то я буду вспоминать, что мы не здесь находимся. А сейчас можно наслаждаться. Голуби полетели. Желание бешеное имею попасть на крышу Патонг Тауэр. Пойдем попробуем. Главное, чтобы нас не арестовали. Не знаю, что нам за это будет, но мы нелегально здесь плаваем в бассейне. Я пока не плаваю. Офигеть, эта башня здоровая. Охренеть, где мы находимся. Блин, свет включен. Где вы находитесь? Я нахожусь. Не знаю. Вы отдаете себе отчет, что вы сейчас нарушили? Да. Какие законы? Я не отдаю. Страшно? Я псих. Как ощущение? Сегодня какое? Сегодня 7 марта. Классно. Не брызгай. Не брызгай, мама мокрая уже. Вся намочилась. Классно. Погода супер. Пляж. Вот в это время само хорошо, да? Солнце, оно не это. Да. Приятно. Стоишь, смотришь, интересно. Ну давай передадим себе привет через лет сколько-то. Надо так сделать. Передадим привет. И через сколько? Давай через 3 года. Попробуем. Да. 2018 год. 2020 или 2021 году? Нет. Нам нужно обязательно сюда вернуться. Maybe. Да. Может быть, точно. Да что здесь можно сказать? Просто вот нас смотрите и все. Супер здесь. Было классно, да. Угу. Классно все так, красиво, мечты спокойно. Мечты сбываются.
Мы мечтали сюда вернуться, мы вернулись. Точно. Мечты сбываются. Если очень-очень этого захотеть, любым способом можно достичь своей мечты. Я так думаю. Вот наш сын искупался. Наша мечта. Довольный. Пока не уйдем, купайся, пока не надоест. Довольный. Кто не хотел заходить. Да, то теперь все, отсюда не заберешь. О, смотри, сколько радости. Что может быть лучше, счастливее такого момента? Когда ребенок вот плескается, доволен, рад. Ну, с солнцем давай. А я там смотрела, не было видно. Смотрю на пицца. Хватит, хватит, конечно, нам. Красиво, да? Смотри, башню все видно отсюда. Шикарное место посидеть вечером. Видишь, возьми. Ну, уже взяла сок. Не хватает же, да? Ну, сок и на пиво хватит. Ну, что-то непонятное, ну ладно. Короче, принесли нам пиццу. Пицца зачетная, сыр прям вот тянется. На вид, да, шикарная. Сейчас попробуем заценим. Давай, Алена, зацени. Заценим, да. Жалко, тут света мало. Фонарик не взяли, да, как обычно. Так. Кто знал, что мы здесь будем? Угу. Тут какая-то еще специя. Ну, вкусно. Пицца просто шикарная. Ну, в общем, так подходил к концу 9 марта 2018 года.